Летом этого года всемирно известный актер Джеки Чан объявил конкурс на лучший дизайн медведя «Бадди Бир». В конкурсе приняли участие 208 человек со всего мира. В числе 9 финалистов вошла и Анет Прохорова из поселка Урмары. Она нарисовала самого радужного медведя. С юной художницей удалось встретиться нашей съемочной группе. Первый раз за кисть Аня взялась еще в 2 года. На ее талант мать обратила внимание уже тогда и решила отправлять рисунки дочери на различные конкурсы – региональные, российские и даже международные. Девочка даже иллюстрировала детские сказки, после чего и самой удалось написать сказку в стихах. Также рисунки Анеты выходят в сборниках «Новые сказки». Таких сборников вышло 4. И в каждом сборнике вышли рисунки моей дочери. Первую грамоту за участие в конкурсе рисунков Аня получила в 5 лет. Тогда родители даже не догадывались, какое будущее ждет их дочь. Число ее дипломов и грамот превысило 50. И это при том, что в художественную школу Аня никогда не ходила. Для изучения она выбрала музыку и 2-й год обучается игре на фортепиано. В прошлом году Анетта поступила в нашу школу и сразу же показала свою любовь к избранному инструменту, к фортепиано. Она участвует во всех мероприятиях, любит участвовать в конкурсах различного уровня. Но интересы ее не ограничены. Кроме музыки, она увлекается изобразительной деятельностью и литературной. Анетта успевает везде, а ее призам можно только позавидовать. В свои 10 лет Анетта уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге на автомобильном заводе и даже в Париже в Диснейленде. Сейчас она вновь решила принять участие в международном конкурсе и в очередной раз оказалась в числе лучших. Ее рисунок выбрал сам Джеки Чан. Мне мама сказала, что идет конкурс «Бадди Бир». Я сразу согласилась участвовать в нем. Были формочки, и я нарисовала такого медведя. Он назывался «Бадди Бир на природе». Для участия в конкурсе нужно было как можно оригинальнее раскрасить шаблон медведя Бадди. Работы победителей примут участие в международной художественной выставке United Bodie Bears. Некоторые из них представят на аукционах, а вырученные деньги направят в пользу ЮНИСЕФ и других организаций, занимающихся помощью детям. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.